Чуть больше недели тому назад после концерта в ночном клубе ушел из жизни рэпер Кирилл Толмацкий, которого многие знали под псевдонимом Децл. Ему было всего 35 лет. Сегодня Децла называют артистом, который сумел кардинально изменить российский культурный ландшафт. Друзья и близкие вспоминают, что в последнее время у Децла было много творческих планов и новых идей. Стало известно последнее желание Децла. Кирилл собирался перебраться в Соединенные Штаты и завоевать мировую известность. Актриса Наталья Андрейченко, знаменитая исполнительница за главной роли в телефильме «Мэри Поппинс. До свидания», в настоящее время живет за границей. Она была близкой подругой Кирилла Толмацкого. О смерти Кирилла мне сообщил сын, я была в шоке. Каждый день говорю по телефону с его мамой Ириной. С самим Децлом тоже общалась буквально за неделю до трагедии, рекомендовала ему продюсера в Америке. Хоть Кирилл и обожал Россию, мечтал в будущем перебраться в Штаты, рассказала актриса в интервью для издания Star Hit. Известный музыкант с кубинскими корнями Герберт Моралес тесно сотрудничал и дружил с Децлом. По его словам, рэпер планировал уже в мае отправиться в Нью-Йорк с концертами. Он работал над новыми проектами, готовил к выпуску необычный альбом, посвященный переселению душ. Моралес в очередной раз подтвердил, что Кирилл не баловался наркотическими веществами. Максимум мог во время выступления выпить рюмку коньяка для голоса. Жизнь набросала ему кучу проблем, и сердце после концерта не выдержало. Странно, что хорошего реаниматолога рядом не оказалось. Уверен, я бы смог завести его, но находился не рядом, утверждает Моралес. Никто из друзей и коллег Децла не верит слухам о том, что рэпер мог инсценировать собственную смерть. Все, кто близко знал Кирилла, говорят о нем, как об очень светлом и одаренном человеке, который буквально загорался от каждой новой идеи. Он хотел сделать объединение из талантливых артистов, чтобы заявить о себе в Европе. Во главе видел себя. Это должен был быть сборник совместных песен для штурма зарубежных чертов. Он хотел покорить весь мир, вспоминает друг рэпера Марк Шенкевич. Александр Толмацкий, отец и бывший продюсер Децла, тяжело переживает его скоропостижный уход. Он ежедневно публикует в своем микроблоге скорбные и памятные материалы. Как известно, Толмацкий ушел из семьи и прервал общение с Кириллом, и теперь ему остается только сожалеть об этом.
Прощай, сынок, прости, что так и не поговорили. Спасибо, Ира, за прекрасного сына, написал продюсер на личной странице в социальной сети.